Спасибо за то, что вот в эти тяжелые дни, когда у вас очень много работы, вы нашли время, чтобы потренироваться. Почему? Потому что это важно. В первую очередь это важно для того, чтобы мы внедрили современные полицейские стандарты. И мы все понимаем, что постепенно национальная полиция должна быть ориентирована на людей. А то, чему учат наши западные партнеры, это очень важно. Потому что у них давняя традиция современной полиции. Я думаю, что тренировки обязательная часть, чтобы как-то сблизить вот эти стандарты, которые у нас есть. Да, стандарты, которые, например, устаревшие иногда, стандарты, которые иногда можно как бы еще немножко вперед продвигать, но я думаю, что совместными усилиями мы с вами, с нашими западными партнерами, мы обязательно выйдем на очень высокие стандарты. Здесь присутствует посол и мои друзья, которые реально нам очень сильно помогают и в тренингах, и в продвижении национальной полиции Украины к новым стандартам. Спасибо для мистера Дин. Thank you very much, что вы приехали сюда и реально нам помогаете. Я думаю, что несмотря на проблемы, несмотря на то, что есть у нас много что решить, я думаю, что постепенно, через некоторое время, у нас будет самая настоящая полиция, которая служит народу Украины и никому другому. Of a body of proud men and more women in the future to pay my respect for what you've done during your training and the service that you're about to enter for the people of Ukraine. Для мене це велика честь стояти сьогодні перед вами, перед поліцейськими, які мали участь у цьому тренінгу. Я пишаюся цим і сподіваюся, що ви будете служити надалі українським громадянам. As the Chief of Police has already mentioned, the European Union is proud to be your partner. The European Union is proud to be part of both your present and your future. Як вже зазначила глава національної поліції, дійсно, Європейський Союз пишається бути вашим партнером зараз та у майбутньому. And I want to pay respect to my colleagues from the European Gendarmerie Force, from Portugal, France, Spain, who have really trained you to the highest standard of training that Europe can actually give. Я хотів би також висловити подяку та свою повагу своїм колегам, партнерам з європейської жандармерії, які долучилися до цього тренінгу, представникам країн Португалії, Франції, Іспанії та іншим учасникам. We are proud of our European Gendarmerie Force for many reasons. Not least because they provide a very important element of policing, which you will provide in the future. It's about policing fairly, lawfully, using force when necessary, but proportionately. Ми пишаємося нашими представниками європейської жандармерії, оскільки вони демонструють високі стандарти поліцейської служби, а саме служби, яка діє справедливо у відповідності з законом та пропорційно застосовує силу. So, in closing, with my full respect for the Chief of Police, for the National Police, serve your people well, protect your people well, and they will reward you with their trust and their confidence. Today is only the beginning of a journey between the European Union and the Ukrainian police. And to that end, I'm pleased to also announce we have a new head of mission, Mr. Lanchenskas, a very experienced Lithuanian police officer who's going to walk beside you along this journey. Тож я закликаю вас дійсно пишатися цією роботою, служити в інтересах громадян і пишатися тим, що ви робите, і ви отримаєте довіру з боку цих громадян. Також я хотів сказати, що ми розпочинаємо сьогодні цей шлях разом з європейськими країнами, а також хотів би представити новопризначеного главу консультативної місії Європейського Союзу, пана Кястутіса Ланчінскаса, який є також досвідченим офіцером поліції. Для мене дуже велика честь бути тут з вами вместе. И от своих коллег в миссии знаю, что вы это время работали очень трудно, но с энтузиазмом, чтобы извлечь максимальную пользу из данного тренинга. Теперь у вас есть начальные знания, которые вы сможете передать своим друзьям, своим коллегам и использовать в своей ежедневной работе. Но должен сказать вам, что эта работа очень необходима. Она необходима, чтобы защищать ваши семьи, защищать ваши близкие, ваш город, вашу страну. Все зависит от людей. Будьте те, которые гордятся своей работой, своей профессией, которые работают для своих людей, для своей страны, и стройте свою страну. Спасибо. Во время тренинга передавался опыт объединенный, так сказать, европейских полиций и европейских жандармерий. Опыт объединенный – это то, что было общее для всех вот этих стран, которые представительниц жандармского корпуса. Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить инструкторов за их время, и эти 4 недели были действительно непростые. То есть здесь мы видим такой объединенный опыт к охране общественного порядка и работе во время массовых беспорядков, как это делается в Европе, то есть с их точки зрения, с их подходом. Тренинг, который консультационная миссия Европейского Союза провела в Украине. Мы надеемся, что это только начало, и в будущем мы будем работать над остальными тренингами, чтобы улучшать подготовку работы украинских полицейских. Курс состоял из 4 недель, соответственно, 2 недели готовились инструктора украинской полиции, которые впоследствии передавали свой опыт остальным членам специального подразделения из 200 человек. Таким образом, за 4 недели было подготовлено 200 человек Киевского полка специального назначения. Курс представлял собой подготовку практических и теоретических уроков. Выполнение данных задач и функций действительно требует быстрого реагирования, и инструктора постарались передать передовой опыт, который был собран, собственно говоря, из 7 жандармских, так сказать, сил, и передали его нашим инструкторам, которые в будущем, скорее всего, будут именно эти секреты раскрывать остальным работникам специальных подразделений.